Максим Галкин и Алла Пугачева, вопреки всем прогнозам, уже много лет строят счастливую семейную жизнь. Какие только слухи не ходили про самую известную пару шоу-бизнеса. Тем не менее, у них идеальные отношения. Все как и должно быть: жена, шея, а муж, голова. Максим не стесняется признаваться, что Примадонна по факту является главой семьи, но открыто она это не демонстрирует. При гостях или на публике она всегда позволяет любимому чувствовать себя главным. Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома, говорит Максим. В своем недавнем интервью Галкин рассказал о том, что совершенно не чувствует себя мужем Аллы Пугачевой. К тому моменту, когда между ними завязались отношения, он уже был достаточно популярен как самостоятельная единица. Более того, по словам Галкина, Примадонна никогда не вмешивалась в его творчество. Все, чего он добился в профессиональном плане, его заслуги. Недавно мы были на юбилее Ирины Муравьевой, так она говорила, что пришла туда как жена популярного артиста. «Я воспринимаю это как кокетство. Но мне приятно», — сказал Максим. Кстати, как бы это ни раздражало злопыхателей, Галкин уверяет, что практически никогда не ругается с супругой. Максим вспомнил один случай, происшедший более 16 лет назад, когда он несколько часов подряд из-за ссоры не разговаривал с Аллой Борисовной. «У нас была одна ссора в году 2002, может быть. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали», цитирует Максим КП. Кстати, в любой ситуации Максим всегда делает первый шаг к примирению.